Всем здорово, пацаны! Рад приветствовать вас на своем канале The Best Game. Мы продолжаем прохождение легендарной серии «Мафия», и у нас на очереди «Мафия 3». «Мафия 3», мафака. Добрались мы до завершающей игры серии. Надеюсь, что она зайдет куда больше, нежели там, чем вторая часть, например, потому что вторая часть мне совершенно не зашла, но это, опять же, мое мнение, на вкус, цвет, фломастеры разные. Единственное, за что я могу часть вторую похвалить, это лишь за сочную стрельбу и за повреждения на тачках. В остальном, на мой взгляд, полный провал, ребят. В общем, жмакаем новую игру, пора приступать, уже сложность средняя, потеть совсем не хочется, ну и помощь в прицеливании мы отключаем полностью, я думаю, что она нам не потребуется. Ну и погнали, ребят, погнали! Великое послание от 13-го ангара для всех геймеров. Ну, в общем, ребята, здесь я вынужден попросить у вас прощения, потому что заставочку вы посмотрите без звука. Так как борьба за авторское право, она дошла реально уже просто до абсурда. То есть я сейчас говорю не о монетизации. На монетизацию вообще срать с высокой колокольни там на эти копейки. Я сейчас говорю о том, что видео в принципе блокируется. YouTube блокирует это видео из-за того, что там присутствует вот это музыкальное сопровождение. Как я и писал в Твиттере, я вам, то есть, объясню весь абсурд ситуации. Я купил эту игру, я запустил ее у себя дома, и, допустим, у меня звук идет не из наушников, а из колонок, например. И моя жена и мой кот, которые находятся рядом со мной, они не имеют права это слушать. Я купил эту игру, я должен в нее играть, и я должен, соответственно, слушать музыку, которая раздается из моих динамиков. То есть я должен жену и кота просто выставить и сказать: бля, вы не имеете права вообще этого делать. Ну, то есть вот я полностью за поддержку авторского права, за авторов, но я против вот этого абсурда, когда, блин, это все возведено в гребаный абсурдный куб. Поэтому, ребят, ну, простите, вы послушали мой гнусавый голос вместо музыки к заставке. Lincoln's mother abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you looked black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958. Now, when did you meet Lincoln Click? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approved, but often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who've been abandoned, я в свою очередь попиваю кофеек, пока вы слушаете предысторию героя. Я здесь, пацаны, я не уснул, все нормально. Я жив. Так что все окей, гайс. Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. And he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart.
68-й год. Действие игры в 1968 году начинается. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Деньги Скалетты. Сразу же нам разработчики дают понять, что здесь мы снова встретимся с Вито Скалетто, пацаны. Так, отлично. Различные контенты нам накатили. Мы этому, конечно, безумно рады. Да не буду я с ними ничего сделать. Я знаю, что их можно скормить аллигатору. Но делать мы этого не будем, пацаны. Пожалеем. Пожалеем ребятишек. Давай, блин, говно на колесах, заводись. Погнали. В лучших традициях серии «Мафия», серии игр «Мафия», дохрелион километров езды, пацаны. Ничего не меняется в этой жизни. Дохрелион километров езды. Естественно, при этом мы находимся за рулем. Да, да. По-другому это не реализовать. Суровая игра для суровых мужиков, пацаны, для настоящих водителей. Блин, мне реально надо, наверное, поиграть там в каких-нибудь дальнобойщиков или Евротрак-симулятор. Попердеть, так сказать, за бараночкой фуры. Я думаю, что после прохождения серии игр «Мафия» у меня это отлично получится. Или вообще устроиться просто на, блин, на какой-нибудь длинномер и ездить в реале. Бросить свой любимый завод и пойти работать на грузовик. Ну извини, братан, давай, нет, не ругайся, короче. Бывает. А чё... Подождите, я чё-то не понял. Да вы чё, рофлите, что ли, ё-моё? Гайз, блин, да... Ребята, даже в 2002 году в самой первой «Мафии» The City of Lost Heaven телефонные будки разрушались. Алло, оу, разработчики, эй, она должна разрушиться. В нее бьет огромный, мать его, бронированный грузовик. Какого хрена? Да, да. Ну, уже минус 2 балла из 10. Сорян, пацаны. Уже минус 2 балла из 10. А, телефонная будка не разрушается бронированным грузовиком. Очень круто, конечно. Очень реалистично, просто кайф. Ну, блин, вот... Все состоит из вот таких мелочей. За что мы любили «Мафию» The City of Lost Heaven? Да блин, да. За то, что там реально, там оставались отверстия от пуль на машине. 2002 год, мать его. А, даже сейчас не каждая игра в 2020 может похвастаться этим на самом деле. А тогда, 18 лет назад, это, конечно, смотрелось офигительно. Но здесь решили не заморачивать. Телефонная будка, пусть она будет, словно там, я не знаю, блин, бетонный бункер, нафиг. Ну, тачка реалистично отлетела. Ну, как реалистично? Нет, конечно, но... Но, по крайней мере, сочно отлетела. Не, ну с телефона. Да что такое происходит? Как так телефонная будка не разрушилась? Ну что за рофл, ё-моё? Да вы...
Так. Ни единой царапины на грузовике. Вообще ни царапинки. Он све... Он как будто только с конвейера, пацаны. Ну, блять. Хотя мы сбили хренову гору машин по дороге. Ну, хотя бы могли бы как-то поцарапать его, что ли. Да вы чё, блять. А, не люблю вот так, реально. Не люблю. Люблю, чтобы вот это вот, вот эти мелочи, они были видны. Шуточки на тему того, что чернокожих нельзя называть, ну, вы сами знаете как. Хорошо, что вот это все движение жизни черных важны, оно, ну, оно уже прошло. И можно, можно говорить об этом открыто. Эй, открывай. The fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring in? Так, таскаем ящики, короче, пацаны. Таскаем ящики. Следовать за охранником. За каким? А, ну там для тупых метка стоит. Я понял, я понял. Buying rooms down in the cellar. This way. I ain't seen y'all around these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service. And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job. Так, пацаны, пацаны, это игровой контент. Это то, что вы сейчас слышали и то, что видели на своих экранах в виде субтитров, это игровой контент. Я имею в виду про афроамериканцев. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. Here we are. Так, и чё? Бабло в печку бросать, что ли? Put those bags on the table there. Mm-hmm. Бабосики на стол. Never done this detail before. Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Here's some guy come around the house trying to switch me over to oil. Told him I wasn't interested. I never was. Все, отдохни. We need to move. Danny and Ellis should be coming up any time now. Give me a second. You take care of those guards. Keep your ass down. You don't want them getting a drop on us. Печку он не помещается. Так, X, чтобы пригнуться, окей. Так, на стелсичах надо, да, пацаны? Блин, стелс это вот... Ну, короче, не умею я на стелсухе играть. Левый контрол, чтобы укрыться. Пал. Так, нас заметили, да? Вы тяжело ранены. Yeah.
Ну, блять, ну стелс это не для меня. Я привык бежать на шару. Ладно, ладно, ничего страшного, гайс. Ща все сделаем. Ща все будет по красоте. Так, давайте укрываемся, короче. Все, сидим, пердим. Этот хрен, который стоит подальше, ща он повернется. Laying into me, saying the lease gives them the right to a 30-day notice. That's how he's supposed to find a new place in 2 weeks. So I tell him none of that's my goddamn problem. It's my property, and I'll do with it what I please. If it brings up that fucking lease again, I'll use it to wipe my ass. Даже вякнуть не успел. Отлично. Так, тут есть пушка. Тут есть пушка, мы ее возьмем, естественно. Так, прицелиться ПКМ. Выстрел ЛКМ. Найс. Так, что, хранилище? Да-да-да, хранилище открываем. Ну, блин, графоуни прикольный. Прикольный графоуни. Мне нравится, пацаны. Мне нравится. Давай, 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 крути, крути рукояточку. Крути свою динамо-машину. Но хари у них страшные. Все же страшные хари. Мать их. Так, ну что там? Миллиарды. Миллиарды баксов. Миллиарды баксов, наверное. Эх, да, бля, пацаны, мне бы хотя бы пару пачечек. Пару пачечек бы кинули, а. Было бы так приятно. Там ведь, наверное, еще и золотишко есть, помимо денег. Не только ж бабло. Как они, блядь, это все вынесут, а? Меня вот такой вопрос интересует. Ну, типа... Типа там, блядь, надо грузовиков 10. Так, все, блядь. Сейчас вас будут нагибать нафиг. Причем по-черному. Защитить Джорджи. Ну, в принципе, это не проблема. Тик-тик-тик-тик. Давай-давай, стреляй-стреляй. Не, нафиг. Отлично. Блин, в кого он стреляет, этот дебил? Смотри, Ненне. Так. Ну, мы тоже, конечно, меткостью не отличаемся. Ненне. Нифига. Так, вот, ща повеселимся, пацаны. Ща повеселимся, гайс. Давайте, гады, покажитесь. Не нафиг, отдыхаем, озёва. Ну, есть еще желающие? Давайте, уроды. Отдыхай. Ну где вы, гады, блин? Ах ты падла, он автомат типа оставил, я понял. Так, не, не пойдет, еще одна вылазка. Я-то думал, мы здесь можем как, ну... Как и во всех частях, так сказать. Увешавшись, словно Аки Рэмбо, блин, стволами палить. Ну давай, вылези, говноед, блин. Hey,
Так, ладно, так мы каши не сварим. Погнали, гайс. У нас 3 патрона, блин. Так, ну теперь можно дробашек взять, тащим. А, все, да? Я понял. Only way we walk out of here is if we get the weapons stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. Опять мы кого-то прикрываем, блин. Давай, давай, open, open, блин. Так, чё, ему надо помочь, да, типа? Я понял. Чувак, ты чё-то весь в крови, тебе в глаз, по-моему, попали. А может даже в оба. Так, этап первый. Обнажите замок. Передвигайте курсор, пока он не окажется в зеленой зоне, затем нажмите левую кнопку мыши. Этап второй. Выдавите замок, нажмите «Ё», когда индикатор находится в зеленой зоне. Нихера, честно говоря, не понял. Типа как-то вот так, что ли? Какой, блядь? Чё? Не пойму. Не пойму, пацаны. Ну вот индикатор в зеленой зоне. Это же зеленая зона. А. И чё? Я сам не понял, честно говоря, как я это сделал. Ну ладно, насрать. Так, у нас есть пулемет. Теперь у меня есть автомат. Йо-хо-хоу. Так, что дальше делать? Давай, разберемся с говнюками. Бой. Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. Итак, за неделю до, пацаны, за неделю до. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You can take it from me. Just because you're home doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. Sorry I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. Какая у него милая рубашка. Как у Джо Гавайичка прямо. And somebody telling me where to go, what to do, or how to do it. It was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with you. Да, тачка огонь. Тачка огонь. All right, come on. I'm ready to go home. Итак, пацаны.
Скажем так, глава вторая. Глава вторая. Ну и все тот же дохрелион езды, я так понимаю. Так, задать маршрут. Нажмите Tab, чтобы открыть карту. Левую кнопку мышки, понятно. Да, ну естественно. Естественно. Естественно, дохрелион езды. Sammy's doing all right. Ever since we got your telegram about coming home, he's been climbing the walls. What if the plane crashes? Да, блин, эта тачка едет, пожалуй, получше, чем этот, блин, грёбаный броневик инкассаторский. Да я осторожен, как никогда. Извините, извините. Я не хотел, правда. Я просто... Угу, понятно. Hello, guys. Упоминание об Empire Bay. Что тоже приятно, на самом деле. Ну, то есть, вы чувствуете вот эту атмосферу. Вернее, вас пытаются погрузить в атмосферу мафии. В атмосферу серии игр. Честно говоря, не всегда, блин, удается читать субтитры, потому что... Блин, потому что надо смотреть за дорогой. Ну а по-английски я... Я не бельмейс вообще. Georgia says he'd keep his old man from fighting out. We'll steer clear of the high-low in Frisco, just selling the French wall. Так, ну вроде копы спокойно отреагировали на превышение скорости, на явное превышение скорости. Georgia's a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree to a three-way split. I don't know. I kind of need to lay low a bit, figure some things out. Yeah. All right. Мы на месте. Так, ну понятно, Клей не смог выйти из-за столба. Чё, куда это? Давай, заходи. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. Самогоночку я тоже люблю. Наливай. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so, so proud of you. Paul Lincoln! Bienvenue à la maison! Да, Белевеля, мезо, мезо Белевеля. Белевеля. So good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Я готов. Я уже готов. It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation, fear, guilt. It
Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then one day, a door opens and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door, one way or another. Man, whiskey's going hoy in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as he left it. I'm gonna take the basement. The basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in the morning. Я думал, он сейчас упадет просто на эту лестницу, скатится вниз и заснет там в собственной рыготине. Так пошатнулся, блин. Так, лечь спать. О, ну это сложнейшая миссия, конечно. Это сложнейшая миссия из возможных. Йо. Что теперь? Пойти поссать? Следующая миссия. Поговорить с Эмми и Элисом. Окей. Ща побазарим. We barely have two nickels to rub together. Now we paying for all that food. Jesus Christ. Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this. Да, не выражайся, щенок. Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again. Have it your way, old man. Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Гаитяне. Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. Well, I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Mm. Go on. Those people waiting on their food. Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. Слава богу, нас не заставили до суда ехать. Явно через весь город, наверное. Tell Sammy and Ellis? Not yet. Gonna wait a few days.
Didn't want to spring it on them since I just got back. А если ему втащить? А, нет, нельзя ему втащить. Ну ладно. Гамбо. Разлить гамбо. Здравствуйте, сэр. Как у вас дела? Вы пришли за гамбо? Ну, прошу вас, пожалуйста. Да, сэр, да, сэр, вот, держите. Вашу похлебку, вашу гамбу. Так, понятно. Это был пароль. Это был пароль. Надо ему дать гамбы. Пожалуйста. Thanks. Пароль, пожалуйста, мисс. Че? Че она сказала? Это неправильный пароль. Проходи. Проходи. Уматывай. Ладно, на тебе гамбу, ты же не уйдешь нафиг. Да, мэм, спасибо, мэм. Пароль. Блять. Короче, мы то таскаем ящики, блин, то... То деньги, то разливаем гамбу. Да, мафия не перестает радовать, конечно. Мафия не перестает радовать. Че, вы тоже хотите гамбы? Да, согласен, старость говно вообще полная. Воу-воу-воу! Чейки чизи! Воу! Ты тоже хочешь гамбы? Чё? Перебить гаитян. Чем? Блять, поварёшкой, что ли? Так, перепрыгнуть через укрытие. W плюс пробел. Окей. Ты чё, идиот? Блять. Найс. Отдохни. Ох ты, падла, ты что, с пушкой, что ли, пришел? Ты с пушкой пришел? На кухню, где разливают гамбо? Как ты мог, нафиг? Че там у него? Золотые монеты? Франсуа Пападок Дювалье was elected president of Haiti in 1957. Тонтон Макутов. He created a secret police called Tonton Macoute, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by... О, смотрите, это Лео. У него за плечом, за левым. Да, мы закончили. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Seven months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bêtes on velours started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians... It's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. Возьмите поварёшку от гамбо, блядь.
вместо оружия и патронов. Мы и так неплохо справились, блин, кастрюля гамбо и трое гаитян были обезврежены. Track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show. Почему, кстати, их называют цветные? Trust me. Интересно мне знать. Надо будет загуглить, пацаны. Be careful, yeah? Those Haitians are hard people. Да, мы знаем, что гаитяне — это суровые ребята. Они нам известны по GTA Vice City. Севесесе? Хастедесете? Эсселе, эсс. Хасселе, эсселе. Веселе, хасселе. Так, ладно, чё, на разборке с гаитянами, короче, гоним, да? Ёб твою мать, это что за говно, блядь? Ладно, поехали. Или чё, или они сами едут. Так, всё. Линкольн решил сделать всё сам. Ну окей, окей. Так, доплыть до доков. Блядь, как мешок с говном. Так, понял. Ну, плюс-минус понял, ладно. Ain't stopping till that old man's dead. Him, Alice, and the other one. Papa Legba, open the gate. Так. А как он с трупом, интересно, спрыгнет? А, никак, да? Понял. Все, братюни больше нет. Ну, я надеюсь, на том свете его накормят хорошим гамбо. И он будет счастлив. Прикольно. Найти Баку. Баку, гамбо. О чем это вообще, блин? Так, так. Так, ну этот дядька может нас спалить, да? Да? Хотя не факт, конечно. Тихо, 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 дядь. Я что, свистнул только что? Вот я идиот, а. Да ёб твою мать, подними тело, блядь. Сука, увидели. Так. Ну все, еще один чувак отправился тоже кушать гамбо. Ну, а, или чё? Понятно, это, видимо, разные модели оружия. Так, найс. А, стопэ, стопэ, перезарядимся. Блин, чё-то не перезаряжает, ладно. И чё? Куда идти-то? Так, там чё-то какой-то плюсик нарисован. Видимо, там какая-то аптечка или чё. Не перелезет, да?
Свист. С помощью свиста можно прореживать ряды врагов или оттягивать их от групп. Свистнуть Т. Окей. Да! Так, не, это говно какое-то. Револьвер, блин. Чё, где вы, уроды? Так, блин, надо этого чувака прикончить. То будет сейчас тут корчиться. Так, давай, дядь. Я тебя отнесу. Не волнуйся, мужик, все будет хорошо. Можешь не переживать. Все будет окей. Давай, дружище, иди. Иди кушай гамбо. Все, найс. Так. Нет, пацаны, нет. Я гамбо уже наелся. Я нажрался гамбо на две жизни вперед, так что. Так, чё, где твоя пушка? Понятно. Пушки у него нет. Ты что, идиот, что ли? Так. Отлично. Я знал, что план с бочки сработает. И походу еще один чувак отправился кушать гамбу. Танцор диско. Ну вы видели, да, как он круто? Сволочь. Ах ты, бля. Кто? Откуда? Я не понимаю, пацаны. Жри гамбо, ублюдок. Все, по-моему, он готов. Так, ладно, чё, надо как-то это продвигаться. Нет, он не готов. Вон еще, падла. Так, все, валим отсюда, пацаны. Что-то все простреливается нафиг насквозь просто. Кушай гамбу. Да ёкарный бабай, а. Так, ну нам бы оружие не помешало, как бы. Три патрона осталось. Так. Ага, все, дробашек. Дробашек зарядился. Так, ну вроде найс, да? Так, вижу тебя, гада. Блин. Не попаду. Так.
Шкала здоровья. Так, вколоть адреналин С. Так, а адреналина-то у нас и нет, да? Нифига, он там раздает с автомата. Говноед, блин. Ну все. А, понятно. Чё ты там разводишь руками, козел, блин. Суки, сейчас все пойдете жрать гамбо нафиг. Етить колотить. Офигеть, я понял. Тихо, не торопись. Сначала, короче, все, да? Ну, ничего страшного. Так, скотина, блин. Так. Сволочь, иди жри, блин. Гамбу свою, аллигаторы тебя сожрут. Так, я, короче, дремал. Отдохни. Тоже отдохни. Идем на шару, пацаны. Я вообще дремал все эти, блин, стелсы и так далее. Я не понимаю, что с этим. С пистолетом. Так, смотрите, вот у нас сейчас получается в общей сложности 26 патронов. 7 в магазине и 19 запасных. А если вот так, то 10. 26 тоже. Так, ладно, хер с ним. Пошлите, пацаны. Ах ты, сука. Говнюк вонючий. Откуда он вылез, блин? Дерьмоед. Ну чё, ты зайдёшь? Рискнёшь здоровьем? Козёл. Так, вроде тихо, пацаны. Чё у тебя за пушка-то хоть? Нормальная пушка, короче. Такая... Скотина. Так, чё, ещё там есть желающие? Так, 27. Итак, 27. Непонятно, короче. Видимо, пистолеты разные, а патроны одинаковые на них идут. Сколько их там еще? О, еще один бежит. Дегенерат. Так. Ну что, там еще вылезут? Эй! Собакины дети. Так, свист. Да какой свист? Я, блин, иду в открытую, как мать его Рэмбо. Мне не нужен свист. Я и так всех развалю, наверное. Так, нет. Вот так. Ублюдок. Ух ты, блин, какой меткий, а? Говнюк. Но я не достреливаю. Я понял. Так, ну окей. Уходим сюда. Ну чё, где вы, уроды? А нету уродов.
Здесь вроде все тихо, пацаны. Угу. Так, подобраться ближе он не может, да? Так, вроде автоматчика вырубили. Найс. Два патрона, правда, но ничего. Блин, пацаны, ну мне нужны пушки. Так, перезарядочка. Так, перезарядка что-то не работает. Ладно, хрен с ним. Так, чё, их двое, да, получается, осталось? Найс. Нет, блин, там автоматчик этот всё строчит со своего автомата. Говнюк, блин. Найс. Так, нужны патроны, пацаны. Патронов ноль, понятно. Там еще один черт, блин, тарится. Сука. Че делать? Оружия-то у нас нет. На стелсичах попробовать. Задушите. Ух ты, сука. На стелсчах не вышло. Угу. Посиди, посиди. Так, перезарядочка. Так, левый альт. Контратака. Пуал. Пуал. Так, ладно, разжились оружием. И туда, и сюда. Так, ну этот дебил там, блин. Дегенерат вонючий. Идет, идет, идет. Бля, в окошко, в окошко, в окошко. Я тебе помогу, дядь, не волнуйся. Все отлично. Так, нам надо, короче, за аптекой сходить, пацаны, по любасу. Угу, угу, угу. Так, е. А, типа все, он взял, да, аптечку? Отлично. Отлично, гайз. Так. О, еще пушечки подобрали. Это радует. Это радует, ребята. Так, нет, дробаш нам не нужен. Так, ну в принципе мы заряжены, да? Так, еще аптечечка. Кайф.
Ну, с Богом. Че ты там шепчешь, урод, блин? Ты сдохнешь, нет, сегодня? Я тебе уже башку 28 раз прострелил. Или его добить, типа, надо подойти? Е. Агненбата! You made a big mistake going after the Hollow. The Hollow is one of my places, the coward! Ох уж эта расовая ненависть, блин. Всё. Так, так. Любовь с первого взгляда? Да он мертвый уже, ты опоздала маленько. Раньше надо было выскакивать, блин. Так, все, крыша потекла, короче, у бабенки. Окончательно, походу. Бажам! Бажам, бажам, да, бажам. Согласен, бажам. В натуре чирик. А, добраться до Элис. О, коктейль Молотова. Прикольно. Так, а что там, по нам стреляют, да, еще? Я понял. Аптека. Найс. Коктейльчик. Так, все, понял. А где коктейль Молотова? Эй! Эй, эй! Стопэ, пацаны. Так, стопэ. Сейчас секу, гайс. Так, перепривязка клавиш. Рукопашный бой, свист. Адреналинчик С, короче. Замедленная стрельба, двуручное оружие. Нифига себе, какие прикольные штуки. Так, смена предметов. Пу-пу-пу. Прицелиться предметом можно. Прикиньте, гайс. Прикольно. Так, слушайте, ну я только это. Не понял, как коктейль Молотова метать. Не понял. Серьезно. Я боюсь, что я просто... Ёптать. Коктейли Молотова. Во! Так, прицелиться коктейлем Молотова. Угу. Бросить, отпустить, отмена Q. Выбрать предметы в меню оружия Z. Я понял. Теперь я понял. Так. Сейчас попробую. Вот так. Офигеть, вы чё, блин, ребят? Потише, пожалуйста. Дебил. Так, чё, всё? Нет, ещё откуда-то пальба идёт дикая.
Не пойму. Не пойму, пацаны. В этом мыле ни хрена не видно. Так, понятно, через стенки не умеем лазить. Так, 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 так! Сучонок! Так. Он куда-то в лестницу провалился, гайс. Мне нужен Молотов. А Молотова нет, я понял. И еще мне нужны пушки. Суки. Так, ладно, пацаны, валим отсюда. Копчега, копчега. Где-то здесь утырок сидит. Я его прям не заметил, реально. Так, Молотов, Молотов. Угу. Угу. Так, ну давайте эту возьмем. Дробашек. Потому что пушек нет вообще. Вон еще. До свидания. Гребаное мыло. Так. Аптечечка, не аптечечка. Так, ну где-то там утырок. Ну тащим-то он нам как бы это не мешает. Отдохни, дядь. Тихо, 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 тихо. Так, колемся. Отдохни. Че ж они, блин, не заканчиваются-то, эти гады нафиг. Так, там еще аптечка есть. Ух ты ж мать твою, а. Где он? Козел, блин. Кто по мне стреляет? Йоу! Отзовись.
nowhere to go! See him? Гори в аду, козёл. Так, ладно, все, давайте, пацаны, надо это сваливать. Давай, 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 давай. Куда ты поехал, дебил, блин? А, то есть я еще и за руль, да? Отличная идея, мать твою. Давай, садись, дебил, блин, дегенерат. Ну, мог бы за рулем остаться, ну реально. Так, вождение взрывчатка. Бросайте взрывчатку под колеса преследователей. А бронить взрывчатку нажмите G. Понял. Ладно, погнали. То есть нас еще и преследовать будут по-любому, да? Бля, сколько же мыла, а? Так, ну кстати, нас вроде не преследуют. Все окей, пацаны. Все нормально вроде, все нормально. Это все-таки район такой, вот эти типа болота, а, да-да-да, это район такой. Я просто хотел заметить, что опять нету ни одной тачки, блин, как и в «Мафии» во второй. Реагируют? О, реагируют на сигнал, это круто, пацаны. Извини, извини, да, я поцарапал краску. Но я так понимаю, это моя тачка, так что пошел в жопу, козел. Бип-бип, бип-бип. Странно, что мы какие-то столбы сносим. Но при этом телефонную будку снести не смогли. На бронированном грузовике. Я никогда просто не смогу этого забыть, серьезно. Ну все, мы дома. Добраться до бара Сэмми. Че? Ну все, мы же в баре. Fang Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always gonna be more Haitians. Now, if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going in. That's how Lincoln ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up. То есть опять не проблемы, короче, решать, да? Yeah, they may not like it. But they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine.
Нормально, чё? С гаитянами, короче, порешали, теперь идем решать с Селом. Нормально, блин, вернулись с Вьетнама. Ну ладно, окей, окей. Так, подъехать к яхт-клубу Ретрусе. Ретрусе. Блин, меня слово трусе смущает. Ладно, не суть, пацаны. Ну, я думаю, на сегодня хватит. В принципе, от игры-то прошли всего ничего. Но из-за вот этого кинца, оно здесь достаточно длинное, его здесь много, мы тащим-то... Подзадержались, так сказать. Подзадержались. Хронометраж несколько растянулся. Ну, ничего страшного, я думаю. В общем-то, это кинцо, ну, оно на благо, мне кажется, идет. Оно так или иначе погружает нас в эту историю. Оно погружает нас в историю героя, в его характер, там, ну и так далее, и тому подобное. Пока что смешанные чувства об игре. Я не могу сказать, что она мне не нравится. Я не могу сказать, что я от нее без ума. Пока как-то непонятно. Не так и не сяк. Короче говоря, посмотрим, что будет дальше. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Благодарю вас, что были со мной. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. Оставляйте свои комментарии, буду рад почитать ваше мнение об игре Мафия 3, да и о серии Мафия в целом. Все, ребят, всем пока, всем удачи и до скорого.